Сколько реальных денег может заработать в Pass of Exile на старте нового сезона, лига там это называется, новичок? А кто я, если новичок, всего лишь 300 часов в POE наиграл? Просто как маленький ребенок. Если, ну, собственно, постарается разобраться, я постараюсь разобраться во всем этом. Я с детства мечтал о том, чтобы зарабатывать в компьютерных играх, звучит как начало какой-то рекламной интеграции. И потом я пошел на курсы Skillbox по заработку в компьютерных играх. Кстати, хорошая идея. Не, реально, почему нет таких курсов? Ну, может, потому что это все не совсем легально. Ладно, извините, я немножко отвлекся. В общем, чтобы реально зарабатывать в играх, тебе нужно или ботоводить, или нанять каких-то людей, и желательно еще там открыть сайт, это все вместе связать и сидеть таким, управлять всем этим процессом. А если ты, как обычный работяга, просто берешь, начинаешь что-то фармить, то, ну, скорее всего, ты не заработаешь больше, чем какой-нибудь курьер. При том, что, скорее всего, это будет сильно меньше. Поэтому я решил не очень высоко задирать планку и решил, что я попытаюсь заработать 200 евро на старте сезона. В какой промежуток будет, я пока что точно не знаю. Если у меня не получится выполнить этот челлендж и получить 200 евро на старте сезона, я разыграю... Нет, 200 евро я не буду разыгрывать, это много очень, вы чё? Чё там можно по ешерам разыграть? Можно какие-нибудь сумки там дополнительные купить в подарок, нет? Ну, что-нибудь в районе 30 евро. Я разыграю 30 евро, ну или там 3000 рублей, как вам больше нравится. Но, да, проблемка в том, что в POE я не особо разбираюсь, и у меня очень плохо систематизация информации, то есть если я, допустим, 10 часов видосов обучающих посмотрю, я ни хрена не запомню. Но при этом я не какой-то там лох, я подготовился, у меня есть план, я установил, скачал все там, гайды, сейчас я вам все покажу, как я буду качаться, в каком билде, что я буду делать. И все это начинается уже вот в пятницу, если что, сейчас видос выходит и стартует новая лига, и я врываюсь, но смотрим, как я подготовился. Я богом клянусь, я хотел разобраться сначала, а потом показать вам, как я разобрался и что я буду делать. Но я просто хочу, поешеры, чтобы вы поняли, как вот человек со стороны воспринимает всю эту вашу херню. Мне 5 человек объясняли, как и что там устанавливать. Вот видите, у меня тут ссылки, где что взять, все расписано, как качать какие-то деревья, вот мне тут скинули, я тут себе записал, когда что, куда, как прокачивать, вот какие-то вот тут слова, это вот типа, что я буду фармить. Ну, значит, просто по очереди. Вот такая штука. Ее я скачал. Вот она. Все, я ее видел раньше. Я новичок в Pass of Exile, как вы понимаете, 300 часов всего, но, типа, ты даже 0 часов без этой программы не проиграешь в Pass of Exile. Это обязательно, все. Меня это вообще не пугает абсолютно тут. Я пока сюда ничего не засунул. Окей, значит, потом. Я решил сначала установлю все программы, которые нужны, чтобы запустить Pass of Exile, потому что, ну, иначе просто это как бы из этого нихера не получится. Следующая программа, я так понимаю, предположительно, я знаю, что есть программа типа для трейда. Она как-то оценивает шмот. Я не знаю, как это работает. И вот, видимо, это она, вот это POE Trade, Awakened POE Trade, я хз. Но здесь начинается... Вот я зашел, да, вот мне дали ссылку, вот типа вот по этой ссылке качаешь программу. Я не программист, наверное, я не знаю, GitHub это то, чем пользуются программисты. Куда мне, сука, нажать? Или у меня должно быть техническое... Я не понимаю. Вот мне, вот ссылка, да? Это я и в Гугле потом еще поискал, та же нахрен самая ссылка. Куда? Я такой, ну ладно, тут ничего не понятно, нигде кнопки download нету, ничего, ну нажму типа первую, ну это вообще новости какие-то. Ну это же страница программ, вот объективно, вы объясните мне, вот тут вот файлы идут дальше. И что это? Что это? Что? Какой мне скачать? Какой DMG? Это что такое вообще? Вы понимаете, что это... Это даже не среднестатистический человек не поймет, это никто не поймет. Ну тут вроде есть вот сетап, но мне нужен... А вот этот ДМГ, почему он первый? Почему он весит 172 мегабайта? Ну, то есть, по идее, мне же нужно самое классное. А тут какой-то Apple Mage, сука, это чё? Это если я магом буду играть? Я правда не знаю, я не придуриваюсь, если чё. Может, Apple Mage это что-то для, типа, этого, как это... Ну, для Apple-овских компьютеров. По-моему, этот формат даже Windows не может открыть, сука. ДМГ. ДМГ у моего мозга происходит. Сейчас, погоди, я открою папку, в которой... Так... Запустить. Че, я ее запустил, ничего не произошло. А я не знаю, что должно произойти, потому что я не знаю, что я скачал. Ничего не произошло. Ничего, сука. И что? Может, я что-то не то делаю? Download. Может, вот это надо? Саппорт каких-то итемов. Но это типа, это версия. Это версия. Вот, смотрите, вышла версия, да? И тут что-то там добавлен саппорт каких-то вещей. Мне просто надо ее скачать, она, наверное, потом сама обновится. Вот. Инсталлер. А до этого я чё нажимал? Ладно, хер с ним, скачаем это. Ну, это уже, по-моему, точно то, что надо. Ну, ничего не происходит! Я полез в список процессов запущенных. Ну...
Я ищу как-то, я пытаюсь понять, оно типа что-то устанавливает, может мне на компьютер, может это скрыто, может это, наверное, майнер скачал. Нет. Ну все, типа, я не знаю, что делать. То есть я сейчас могу пойти в Дискорде спрашивать, я уже всех там в Дискорде задолбал. Я сейчас вам покажу дальше, это еще только начало, нахер. Я не из-за этого сгорел, я даже не пытался это качать. Я думал, я скачаю, оно установится. Ох, ты твою мать, окей, ладно. Уверен, вы мне в комментах напишите, все будет понятно. Я хуй. Ну, я не знаю, дайте, блин, в комментах на ютубе на самом деле нельзя ссылки вставлять, но где-нибудь в дискорде мне скиньте, я не знаю, в телеге, в комментах, только в личку, пожалуйста, не пишите, в личке я потеряю все. Значит, дальше, билд у Пейбота, мне сказали, Пейбота выпустит видос. Вот, открываем видос Пейбота, мне сказали, Пейбота, Пиптар, мудак, я не знаю, почему мудак, я пытаюсь у всех спросить, мне 4 человека из 5 сказали, что он какой-то мудак, ну, типа, билд надо у него смотреть, ну, я не знаю, окей, ладно. Вот, и значит, я буду качаться в билде ДД, это что-то там про взрыв трупов или что-то типа того. Сказали, это супер мета. И потом вроде в нем гриндить можно, но я не уверен. А, и еще мы решили, мне сказали, что эта лига, она направлена на фарм боссов, но я ничего не хочу вообще фармить боссов, я хочу просто гриндить. Поэтому мы выбрали, что я буду гриндить Делириум и Харвест, что бы это ни значило, я... Просто не спрашивайте. И значит, для этого мне сказали, что я смогу использовать этот билд ДД. Сказали, Пеп, открой там в описании у Пейбота, все написано. Все ссылки, все есть. И вы прикалываетесь, сука! Вот это фильтр для левелинга, а вот это что? Вот это вот что? Фильтр, я понимаю, это типа качаешь, там надо потом в этом установить. Охренеть, так их тут несколько. А, это типа не его фильтр, он просто предлагает, и мне нужно вот этот кастер. Все, ладно, разобрался сам. Звуки для фильтра? Закидывайте, не забудьте скачать, закидывайте в папку, чего? 20 минут спустя. Так, я разобрался с папками со звуками, вот я скачал эти звуки, но я не знаю, их в архиве туда запихивать или как, или просто вот так. И что, оно теперь будет работать, да? Ладно, ну, тут написано, я все, я сделал. Так, фильтр для карт дальше. Вот фильтр для левелинга, я понимаю, он там вещи убирает, какие надо, показывает только какие надо. Фильтр для карт. Это что? Что вообще означает это? Что такое? Для каких карт? Я знаю, там есть в игре типа карты такие, ну, как, я не знаю, как сказать, игральные карты, из которых там можно что-то собирать и какие-то вещи за это получать. Это для этих карт? А почему фильтр для левелинга не работает? Или что такое вообще фильтр для карт? Мне с ним что делать? ДД Мэппинг Бэт, неплохой стартовый фильтр. Я просто вообще не понимаю, для чего это. Если вы думаете, если вы скажете, Пиптар, посмотри видео, там все понятно. Я смотрю видео, и я вообще не понимаю, сука. Он вроде на русском говорит, но это просто невозможно. Так, гайд по надувке ДД с новой шапкой. Ну ладно, тут он написался, скорее всего, с новой шапкой. Потому что иначе я просто не понимаю, это предложение как-то не согласованное. Но... И это, понимаете, это то, что я чувствую. Я все время читаю, вот смотрю эти видео. Это я не просто так говорю, что вот он опечатался. Мне приходится анализировать. Потому что когда я просто слушаю то, что говорят поешь, у меня тоже ощущение, как будто у меня инсульт, сука. Или у них инсульт. Секстанты уничтожили, поэтому он бессмыслен. Ну да, то есть в данном случае тогда я бы взял ноду на красный. Вот. Либо вообще, то есть брал бы лид-механику, фиг его знает. Брать таланты, которые запрещают юзать скарабеев, вот, точнее, не, просто запрещают получать скарабеев с Атласа и идти там либо в Делириум, либо в Легион, в данной лиге это вообще будет самоубийство, на самом деле. Ну, как по мне, то есть это, ну, это бесполезно. А на прошлой лиге не играет, это сильно поймет. Я не могу простить. Извините, немножко опять пригорел. Все, давайте без токсичности. Если хотите еще больше урон. Какой-то гайд по надувке ДД с новой шапкой. Как, ну, ДД это вот тот билд, в котором я буду качаться. Этот гайд, он типа зачем? Он мне в какой момент его применить? Тут ничего не про какие левел там или когда. На 25-м или что? Еще и на английском все. А, говорили, Пиптар, зачем тебе английские гайды? Смотри, у Пейботы. Вот, дальше. Это я просто пропустил, я тут ничего не понял. Типа вот какие-то гайд, надувки, фильтры, шапки. Хер с ним. А это что такое? Подожди, бейт энд трейдинг для работы, скачиваем аддон для браузера и руками копируем в пасту. Что это? Какой еще аддон для браузера? Для какого браузера? Это что? Тут где-то есть? Он где-то рассказывает, что это такое? Да нет. Окей. Ну, просто, скорее всего, мне это не надо, раз я не понимаю, да, не надо. Значит, вот этот билд, в котором мне надо качать. Вот прокачка, вот detonate dead, вот, типа, ссылка. Окей. Но, ниже ссылка, стартовый вариант. Так мне нужен, мне вроде и нужен стартовый. Ну, в смысле, старт, это же прокачка.
Мне какой из этих вариантов смотреть? Я не понимаю. Или это стартовый для чего? Я знаю, я не тупой, как вы понимаете. Я знаю, в Path of Exile есть мэппинг. Но он вот в этом гайде рассказывает, что типа мэпиться в этом билде не надо. Я так понимаю, буду, как мне посоветовали, потому что типа это хороший билд как раз вот для того, чтобы не боссов валить, а это. Но он тут про это не говорит, он, ну типа... Я так понимаю, что в этом мы качаемся, или, я не знаю, сюжетку делаем, как это называется. А потом мы спекаемся там в какие-то другие билды, хер их знает. А тогда зачем это? Какой из них гайдов мне брать-то? Окей, я беру вот этот гайд, второй. Я умею импортировать, я не лох какой-то тупой. Тут вообще ничего нету. Это гайд? Вот в этих нотсах должно быть все записано. Это что такое? Почему тут дерево талантов заполнено, типа, на... Как будто я на 30-м левеле на каком-то. Я, блядь, не понимаю вообще. Это что такое? Спустя 2 часа. Ну, наверное, это финальный гайд. Как его читать, учитывая, что тут ничего нету в записках. И тут скиллы дерева вообще заполнены на чуть-чуть совсем. Ну, может, предполагается, что я не дебил и просто такой, типа, ну, само собой, я знаю, как все остальное сделать. А итемы вот такие собирай. Я не понимаю. Ну, типа, это гайд, что ли? Мне сказали, Пиптар, у поеботы все расписано. Если что, я посмотрел видео, ну, может быть, не все, окей, тут какие-то куски, они как бы не для меня. Но он просто рассказывает, какие, ну, как вот билды, вот они, типа, дамажат там что-то. Две кнопки, я так и не понял, две кнопки это хорошо или плохо. Мне вроде сказали, что это плохо, но поебота вроде говорит, что это хорошо. Ладно, неважно. Ну, окей, давайте тогда, может, вот этот гайд нам нужен. А почему все по-английски? Мне даже еще сейчас человек скинул в эту самую, в Дискорд, говорит, Пиптар, вот английского не смотри, посмотри у поебота, там все понятно. Что, это он перевел для своих англоязычных зрителей? Блин, может, он популярный, я не знаю. Ну, вот этот чувак, которого я смотрел, это же он поебота? Да, только ну, он по-русски ведь говорит. Я вообще ничего не понимаю. Ну ладно, тут не так много, я знаю английский, я ж не тупой какой-то, я все прочту. Для больших советов, пожалуйста, смотрите в видео. Какое видео? Поеботина? Слушайте, я не знаю. Мне скидывали гайды, я просил прям максимально для дебичи, и там было прям по левелу написано, куда идти, там, где покупать какой камень, где брать какую шмотку, там, где можно взять какую шмотку. Тут вообще ничего нету, тут он маленький, во-первых. Ничего про камни. Где мне камни-то брать? Откуда мне знать, где брать камни? Откуда? Я не знаю, эти камни там, они где-то какие-то продаются. Где-то какие-то там надо на другого персонажа создать. Это же, что это? Тут тоже пусто. Почему тут пусто? А где написано, там вот есть во втором, по-моему, акте, ты должен решить каких-то главарей разбойников, там убить, не убить, что-то. Тут где-то это написано? Причем здесь написано какая-то херня, что типа вот для левелинга используются там такие-то камни. Мне эта инфа нахера там и так написано. Я что, не разберусь, как кнопки, что ли, нажать? Я разберусь. Лучше бы написали, где эти камни взять. Может, тут и написано, не знаю, читать надо. Не, ну в принципе, все понятно, ребят. Я готов к лиге, врываюсь, фармлю бабки. Уверен, вы мне сейчас в комментах подскажете. Этот видос часа за 3 до старта лиги выйдет. И мы с вами за это время разберемся. Факты. Да. А, я же вам не все еще показал. Это как бы только... Это вот старт. Вот это прокачка. Ну, не совсем я понял, конечно, все. Ну, ладно, фигня. Значит, дальше. Вот когда я типа... прокачался, сделал сюжетку, мне сказали, что я должен прокачивать вот это. Я вообще не понимаю, что это, потому что, типа, дерево талантов выглядит... Вот оно. Это дерево каких-то дополнительных талантов. Я так понимаю, что это дерево талантов доп. Активностей. Окей, вот, значит, смотрите, сначала... Вы оцените, комменты пишите, как вам. Значит, мне сказали сначала вот так качаться. Вот так качаемся, вот я вам показываю приближенно. Потом, значит, после 70 очков пассивок, можно это скидываем, почему-то не знаю. Потом сбрасываю и качаю делириум и харвест, что бы это нахрен не значило. Вот так вот потом делаем. Вот. А потом пацаны в Дискорде, которые мне советовали, начали там что-то сраться, когда что сбрасывать, не сбрасывать, когда-то там должна быть вторая специализация появиться, они не знают когда, и типа все, я ушел от них, я не стал их слушать дальше. Слушай, поможем Пиптару в данном случае разобраться с этими, ну, чем? То есть с Синдикатом. Нет, я ухожу, пока. В общем, я даже говорить об этом не хочу. Спасибо им большое за помощь, конечно. Короче, вот так вот у меня будет в итоге, видимо. Или нет. Я в итоге запутался. Ну, классная история, короче. Не, ну классно, классно. Я еще узнал, кстати, что тут можно запретить те активности, которыми ты не пользуешься. Это офигенная тема. Потому что вот мне не нравятся вот эти синдикаты там. Всякое говно, которое вылазит. Это класс, я все запрещу, если можно все запретить. И буду только вот ходить в делируемый харвест.
Вот так вот. Знаете, когда еще в Diablo 3 был аукцион, на котором можно было продавать вещи за реальные деньги и потом выводить это на PayPal, я подумал, что вот она мечта Diablo, мне очень нравятся диблоиды, и я буду фармить вечно и зарабатывать кучу денег, тем более у меня там был знакомый, который зарабатывал несколько тысяч баксов. Но к тому времени, как я решил ворваться, уже немножко поезд ушел, поэтому за месяц я нафармил $400, что особенно учитывая тот курс, а я переводил их в рубли, понятное дело. Было не очень большой суммы, честно говоря, $400. Но сейчас у меня еще ниже планка, 200 евро всего лишь, и это старт лиги. На старте лиги вроде профессиональные задроты в Pass of Exile, насколько я понимаю, получают тысячи, десятки тысяч евро. Ну, как мне рассказывали все, говорили, Пеп, первые два месяца можно купить автомобиль. Я не хочу купить автомобиль, я очень занижаю планку. 200 евро. Получится у меня или нет? Как думаете, пишите. Пишите, насколько вам кажется, я хорошо подготовился, и вот у меня план мой соответствует тому, что можно сделать, и тому, как нужно фармить. Узнаем, что из этого получится, когда попробуем. Неделька через две станет плюс-минус. Понятно, что совсем делать. Спасибо вам, спасибо тем, кто подписывается на Patreon и Boosty. Отдельное спасибо Бихелидзоду. А, в конце что-то показать. Плафон от лампы. Я на самом деле вам его уже наверняка показывал где-то полгода назад. Я менял лампочку, снял плафон. И так и не вернул его назад, потому что мне лень его, ну, прикручивать туда. Лампочку-то я прикрутил, она светит, а вот плафон. Кому он нужен? Всем пока!